Участники программы «Ты предприниматель» встретились 8 ноября с представителями бизнес-сообщества в Волгоградском институте бизнеса. Молодые предприниматели поделились своим опытом ведения собственного дела и рассказали, с какими трудностями могут столкнуться те, кто только начинает свой путь в бизнесе. Сложность, я думаю, у всех одна и та же. Первая – это нету денег. Вторая – это нету поддержки окружающих, потому что проектов было много, и все они заканчивались на том, что «Да это дорого, да это не пойдет, да вообще туда нельзя». Я вот о чем сожалею, то, что чего не было у нас в городе, я это придумал, я никому об этом не рассказывал, а потом они оказались уже открыты без меня. Вот. Самое главное – никого не слушать, слушать только себя. Очень часто многие боятся личных встреч. Ну вот по телефону позвонили, их там пару раз, так скажем, отправили, отшили, и они все, ручки сложили. Нет, ни в коем случае. Нужно идти дальше, вперед. Как, знаете, есть поговорка: «Вас дверь, а мы в окно». Сегодня многие говорили, нужно заниматься только любимым делом. Я считаю, что нужно заниматься не только, так скажем, любимым делом, а то, которое дело дает деньги. Когда я начинала, в меня никто не верил, но у меня действительно все получилось. И вот если я такая маленькая, хрупкая девочка смогла это все сделать, то и у тех людей, которые там молодые, большие, сильные, тоже все получится. Напомним, программа «Ты предприниматель» поможет участникам оформить идею в конкретный бизнес, преодолеть барьеры на пути к его созданию и развитию. Это хорошая возможность оценить свою идею, пообщаться с единомышленниками, получить много новой и интересной информации. Мы как молодежь, нам чего не хватает? Конечно же, денег. И вот эта программа помогает нам в первую очередь, это полгода, насколько я помню, бухгалтерское обеспечение будет у нас и юридическая помощь, консультация. И мы в случае чего можем обращаться в разные структуры по поддержке бизнеса. Это бизнес-инкубатор или в комитет по поддержке предпринимательства. И нам с этим бы постоянно помогали. Программа «Ты предприниматель» реализуется в Волгограде на протяжении 4 лет. За это время в ней приняли участие 20 тысяч человек. Это школьники, студенты, молодежь в возрасте от 18 до 30 лет. Программа реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодежи, Министерства экономического развития Российской Федерации, а также Комитета молодежной политики Волгоградской области. Анжелика Пехтелева, Сергей Григорьев, Волгоградское деловое телевидение.